возвращению из промо-турне ребята из Доп Шизду принялись за серьезнейшие репетиции своего евровизионского номера. Нам посчастливилось попасть на финальную репетицию и разузнать о мельчайших деталях выступления. Когда мы просматривали уже съемки, которые произошли на финале молдавского конкурса, то мы заметили, что кушмы, они пропадают, потому что фон сзади менялся постоянно, и он тоже часто был темным. Соответственно, кушма, она, это наш символ вот, именно нашего номера, и она пропадает. И мы решили сделать такой желтый квадрат, на фоне которого в любом случае наши кушмы, они будут видны. Как бы свет бы ни работал, какие бы инсталляции бы ни были, нам нужно, чтобы геометрически они были видны, и вся хореография работала. Ну а какую коннотацию несет в себе этот загадочный желтый квадрат? Желтый квадрат – это тоже символ солнца, можно сказать, и мамалыги нашей. Догадаются ли европейцы о мамалыге? Маловероятно. Для этого нужны дополнительные детали, поясняют ребята. Помимо этого, наш художник еще создал такое, как бы, аниме, такой мультипликационный фильм, в котором присутствуют герои. Мужчина в кушме и девушка. На экране будут эти персонажи, которые будут создавать вот тот образ, необходимый группе. Какими еще декоративными элементами в своем шоу удивят Сдоб Шиздоб Европу? У нас есть моноцикл. Наши друзья сделали нам монокль. На золотой цепочке еще будет монокль. И я должен буду сыграть все-таки отрицательного героя, который встречает девушку. Она в белой кушме у нас, и происходит трансформация человека. Сделали сказочные трубы, тоже нам бывший музыкант, трубач Ион Сильвестру помог с помощью нашего художника. Мы сделали необыкновенные такие музыкальные инструменты. Всем этим мы постарались создать нам, как представителей нашей Солнечной Республики, такой номер, которого нету ни у одного участника Евровидения. Интересно, есть ли предположение у ребят, какая из стран оценит их оригинальность? Румыния. Любители Румыния, Русия. Да. Самое главное, чтобы наша Молдова проголосовала не как в 2005 году.